Сирия высылает послов ряда западных стран. Об этом было объявлено на местном государственном телевидении. В список тех, кому придется покинуть Дамаск, попали главы дипломатических миссий США, Великобритании, Франции, Швейцарии, Испании, Италии, Бельгии, Болгарии и Канады. Напомним, в прошлом месяце государства, входящие в так называемую группу друзей Сирии, в свою очередь выдворили сирийских послов. Это было сделано после массового убийства мирных жителей в небольшом населенном пункте Хула 25 мая. Там погибли более 100 человек. Повстанцы и официальные власти обвиняют друг друга в причастности к этому преступлению.